Ганнибал Пикчерс. Джек Абрамов. Я уполномочен принимать деньги от заинтересованных лиц, чтобы оказывать нужное им влияние на Конгресс. Жадность — его бизнес. У нас есть прямой доступ к членам Конгресса США. Мы можем быть выгодны друг другу, в противном же случае ваше прекрасное плавучее казино закроют быстро и надолго. Власть. Кулуары власти. Вашингтон тот же Голливуд, только у всех уродливые лица. Его площадка для игр. Господин президент! Жадность. Ты хоть представляешь, во сколько встанет это дело? Я лучше позвоню клиентам прямо сейчас и скажу, что цена удваивается. Коррупция. Включи воображение, Адам, потому что у меня большие планы. Планы загреметь за решетку. Я считаю, что они должны заплатить нам просто сумасшедшие деньги. А это законно? Вы слышали о моем предложении? О каких еще деньгах идет речь? Вам нужна моя помощь. Подумайте о тех миллиардах, которые вы сэкономите. Многим может не понравиться твоя затея, Джек. Майк Скеллан? Да. Сьюзан Шмидт из Вашингтон-Пост. Ты хоть понимаешь, какие люди сейчас сидят и обсуждают дело о мошенничестве в особо крупных размерах? Ну да, теперь у нас еще и кровь на руках. Убери свои лапы. Вы не можете сюда врываться. Мы добьем его, когда он будет мордой в грязи. Врежем ему бейсбольной битой промеж глаз и тонким слоем размажем по стенке. Ты обошелся нам в 70 миллионов, Джек. Я суперлоббист. Все в мире продается. Но разве это правильно, Джек? Дважды лауреат премии «Оскар» Кевин Спейси. Барри Пеппер. Келли Престон. Джон Ловитц. В фильме «Казино, Джек». Фильм основан на реальных событиях. Я Джек Абрамов. И да, черт возьми, я круче всех. Смотрите на DVD.